Я мечтаю о семье. Я хочу быть любимой, хочу, чтобы меня любили. Простое женское счастье. Однако для всех девушек, которые находятся тут, это самое счастье откроется только за забором. В центре находятся только те, кому осталось совсем немного – полгода или год. Проводят работу по адаптации на свободе, по восстановлению социально полезных связей. Социальный работник проводит эту работу. Также осужденных обучаем элементарным навыкам составления резюме. Проводим деловые игры в форме трудоустройства их на работу. Многие, кто отбывает срок, не умеют элементарно готовить. Для них в центре проводятся курсы кулинарии. Для тех, кому необходимо самовыражение, есть комната отдыха для свободы воображения. Как признаются сами заключенные, время бежит быстрее, если чем-то занят. Надеюсь, что освобожусь. Как суд пройду. Какие планы на будущее? Выйти на свободу, встать на учет, устроиться на работу, забрать дочь. Вернуться к семье, к родным, близким. Обниму маму и буду просить прощения, вымаливать это прощение за потерянные годы. Всего таких центров по России 17, большинство из них на западе страны. Такая подготовка, приближенная к домашним условиям, помогает осужденным привыкнуть к элементарным правилам на свободе, за ее пределами. Илья Балханов, Федор Моданов, телекомпания АТВ.